сомнений нет в том, что это его незаконно рожденный, как выражались в гнилом буржуазном обществе, сын. Вот как развлекается наша псевдоученая буржуазия. 7 комнат, каждый умеет занимать до тех пор, пока блистающий меч правосудия не сверкнул над ним красным лучом. Швондер. Черт знает что-то. Светит месяц, светит ясный. Светит, черт, пристал эта мелодия. Зина! Скажи ему, что уже 5 часов. Чтоб прекратил. Да. И позови его сюда, пожалуйста. Я, кажется, 2 раза уже просил не спать на палатях в кухне. Тем более днем. Воздух в кухне приятнее. Что это за гадость? Я говорю о галстуке. Чем же гадость? Шикарный галстук. Дарья Петровна подарила. Дарья Петровна вам мерзость подарила. Вроде этих ботинок. Что это за сияющая чепуха? Чего, я хуже людей? Пойдите на Кузнецкий. Все в лаковых. Спанье на палатях отменяется. Понятно? Там женщины. Ну уж и женщины, подумаешь. Барыни какие. Обыкновенная прислуга офорсу, как у комиссарши. Это вся Зинка ябедничает. Не сметь Зину называть Зинкой. Понятно? Понятно, я спрашиваю. Понятно. Значит так, окурки не бросать, не плевать. С писсуаром обращаться аккуратно. С Зиной всякие разговоры прекратить. Она жалуется, что вы в темноте ее подкарауливаете. Кто сказал пациенту, пес его знает? Что вы в самом деле? В кабаке, что ли? Что-то вы меня больно утесняете, папаша. Какой я вам папаша? Что это за фамильярность? Называйте меня по имени отчеству. Да что вы все? То не плевать, то не кури, туда не ходи. Чисто, как в трамвае. Чего вы мне жить не даете? И насчет папаши. Это вы напрасно. Разве я просил мне операцию делать? Хорошенькое дело. Ухватили животную, исполосовали ножиком голову, а теперь гнушаются. А я, может, своего разрешения на операцию не давал. А равно и мои родные. Я иск, может, имею право предъявить. Вы изволите быть недовольны, что вас превратили в человека? Может быть, вы предпочитаете снова бегать по помойкам? Мерзнуть в подворотнях? Да что вы все попрекаете? Помойка, помойка! Я, может, свой кусок хлеба добывал. А если бы я у вас помер под ножиком? Вы что на это выразите, товарищ? Филипп Филиппович, я вам не товарищ. А, уж конечно. Как же. Какие уж мы вам товарищи. Где уж. Мы понимаем-с. Мы в университетах не обучались. В квартирах по 15 комнат с ваннами не жили. Только теперь пора бы это оставить. В настоящее время каждый имеет свое право. Пальцами блох лови, пальцами. Не понимаю, откуда вы их только берете? Да что ж, развожу их, что ли? Видно, блохи меня любят. Но нету время рыдать, рыдать, когда смеем мы стремя на сталь, на сталь труда. На все вопросы
один портрет и никакого другого нет. Документ, Филипп Филиппович, мне надо. Документ? Черт. А может быть, это как-нибудь... Это уж извиняюсь. Сами знаете, человеку без документов строго воспрещается существовать. Во-первых, домком. Ну, при чем тут домком? Как это при чем? Встречают, спрашивают. Когда же ты, говорят, многоуважаемый, пропишешься? Воображаю, что вы им наговорили. Ведь я запрещал вам шляться по лестницам. Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Как это так, шляться? Ну и что же он говорит, этот ваш прелестный домком? Вы его напрасно прелестным ругаете. Он интересы защищает. Чьи интересы, позвольте осведомиться? Известно чьи. Трудового элемента. Вы что же, труженик? Да уж известно, не Непман. Ну что же ему нужно в защите ваших революционных интересов? Известно что. Прописать меня. Они говорят, где ж это видано, чтоб человек проживал непрописанный в Москве. Это раз. А самое главное, учетная карточка. Я дезертиром быть не желаю. Опять же, союз, биржа. Но позвольте узнать, как же я вас пропишу? У вас же нет ни имени, ни фамилии. Это вы несправедливо. Имя я себе совершенно спокойно могу избрать. Пропечатал в газете и шабаш. И как же вам угодно именоваться? Полиграф, полиграф. Ну ладно, не валяйте, дурака, я с вами серьезно разговариваю. Что-то не пойму я. Мне по матушке нельзя, плевать нельзя. А от вас только и слышу. Дурак, дурак. Видно, только профессорам разрешается ругаться в ресифисере, а? Извините, мне ваше имя показалось странным. Где вы только откопали такое? Домком посоветовал. По календарю искали. Какие тебе говорят? Я и выбрал. Зина, и смотровой календарь, пожалуйста. Ни в каком календаре ничего подобного быть не может. Довольно удивительно. Когда у вас смотровой висит? Пожалуйста. Ну и где? Да вот. 4 марта празднуется. Да, действительно. В печку его. Сейчас же. А фамилию позвольте узнать. Фамилию? Я согласен наследственную принять. А именно? Шариков.